Центральный крытый рынок. В свое время первое и единственное место рыночной торговли. Здесь традиционно торговали продуктами питания. И были это всего лишь небольшие ряды промышленных товаров, мелочей, без которых трудно отремонтировать, собрать или сварить. Но сегодня время не то, и центральный крытый рынок – это место, где есть все для дома и сада. За исключением, пожалуй, дорогого электронного оборудования. Но как не потеряться в ряду палаток и павильонов? Вывод один – пригласить телевидение, и оно покажет ваш индивидуальный киоск и ваш товар. А по-другому-то и никак. Потому как в таком бизнесе товар-то и у соседа будет такой же. И вот то, что представлено в павильоне 22. Мы здесь частые гости, потому как смесители себе берем только здесь. Их тут много, и порог цен в большинстве случаев – это 1000 рублей. Представляете, за 1000 рублей, ну пусть с небольшим, можно купить достойный смеситель в ванну, да и за 500-700 можно найти и на кухню. Ну а то, что в магазинах крупных стоит 2-3-5 тысяч рублей, здесь в 2 раза дешевле. Это факт. Мало того, здесь легко ремонтируют большинство смесителей. Так что если у вас кран потек, то заморачиваться не стоит. Павильон номер 22 центрального крытого рынка. Сюда дорога. Да и скоро, очень скоро будет холодно. Сельские жители, наученные этой постоянной пакостью под названием зима, благоразумно сохранив твердотопливную печку, смогут в систему отопления добавить и электрический контур нагрева. И это сохранит жизнеспособность дома, и даже если и печку-то не топить. Электрокотлы и тены в наличии на разную мощность, а значит и на разные размеры дома. Словом, павильон номер 22 со стороны южного входа на центральный крытый рынок. Это место, где за недорого можно купить качественный смеситель и все к нему, и место, где приобретается недорогое тепло вашего дома.